В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась торжественная церемония посвящения в Нахимовцы первокурсников, а также курсантов-новичков. Клянусь! Клянусь! Быть дисциплинированным, честным и правдивым! Клянусь! Клянусь! Продолжать и приумножать славные нахимовские традиции! Клянусь! 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 Воспитанников училища поздравил командующий Северным флотом Александр Моисеев. Торжественную клятву приняли 94 курсанта. По окончании церемонии нахимовцы прошли по плацу торжественным маршем под аккомпанемент оркестра, а также спели строевые песни. Нахимовское училище – самое северное учебное заведение Министерства обороны России. В нем обучаются дети не только военнослужащих Северного флота. Поступить сюда стараются школьники из разных регионов страны. Для обучения юношей созданы уникальные условия. Учебно-материальная и спортивная базы по праву считаются лучшими.